Знаете, контролировать нравственность всегда все пытались, но всегда это получалось очень плохо. Опять же, найдут 35 способов, как обойти это, делать все равно то, что люди хотят. Они будут это делать в кафе, в туалетах. Знаете, сколько можно мест найти, чтобы заняться вот этой самой, чтобы, так сказать, решить проблемы с проституткой, да, какой-нибудь договориться. Да где угодно. В поезде, в туалете, понимаете? Поэтому запрещать эти все вещи, какие-то, кому это надо, будут находить. Есть люди абсолютно ненормальные, которым это просто необходимо, и они будут искать эти способы. Поэтому общество контролирует, лезть в эту сферу я тоже бы не стала. Каждый отвечает сам за себя, и у каждого свой будет страшный суд. Поэтому, как бы, мне кажется, это личная проблема каждого человека, понимаете? Ну, мы же не форматируем, так сказать, поход, извините, в туалет. Понимаете, поэтому, ну, это уже до смешного, не надо доходить. Поэтому есть какие-то вещи, которые, мне кажется... Нет, конечно, есть общественное мнение, есть общественные отношения. Да, это плохо. Ну и что, мы будем теперь за руку всех ловить, что ли, дальнобойщиков там и так далее? Ну что это за смешно? Ну, чем нечем заняться? Вот эти, мне такое, когда мне задают такие вопросы, мне кажется, людям просто не о чем поговорить, им просто надо почесать языками за столом, и нечем заняться, понимаете? Вот у меня дофига дел, мне даже некогда об этом думать, понимаете? Все равно найдутся те люди, которые будут этим заниматься. В лесу, под елкой, где угодно.